Дом коренных народов Севера открылся на улице Дальнего Востока в Приморье. Выставка «Душа России Север» начала свою работу 17 августа. Ее можно будет посетить до окончания 8-го Восточного экономического форума. Тематический павильон представит эстетику прикладного творчества коренных народов с помощью современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений. Здесь вы можете видеть уникальную выставку народных промыслов, интерактивные мультимедийные карты, которые представляют культуру, историю коренных народов. Также творческие коллективы выступают дальневосточных народов.